Базовая арендная ставка не будет расти в стране до 2024-го. Это касается предприятий и организаций, которые пользуются движимым и недвижимым госимуществом. Показатель не менялся с марта 2019-го. По мнению властей, это позволит сохранить условия для стабильного функционирования бизнеса. Желтый уровень опасности до плюс 32. Такой прогноз на пятницу по республике. При жаркой погоде высока вероятность возникновения природных пожаров. Важно также помнить, что может случиться тепловой удар. На период с 12 до 16 часов приходится температурный пик. В это время лучше оставаться в тени. В храме иконы Божией Матери-Целительницы 19 июня пройдет вечер колокольного звона. В программе выступления звонарей православных приходов, концерт в исполнении мужского хора «Всесвятский» и выступление певца и ведущего Дмитрия Овчаренко. Начало в 17:00, вход свободный. На социалистической на участке от Минской до Московской сегодня, а также 11 и 13 июня будут идти ремонтные работы. Специалисты просят заранее планировать свой маршрут и не парковать личный транспорт у бордюров. В Бобруйске сегодня проходит День трезвости. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. Ограничение будет действовать в течение суток, но не распространится на розничную торговлю в объектах общественного питания в Рослев.